Я, конечно, всего повидала, но так мясо мне еще не готовили. Мясо очень мягкое. Причем я люблю medium well. И наполняет вкусовыми какими-то ароматами при помощи травы или перца или каких-то других приправ именно после того, когда мясо готовится. Ну, я бы поставила за первую пятерочку и за эту пятерочку. Блюдо. Это мясо сухого созревания. 30 дней оно лежит в специальной камере и потом вот так подается гостю. А это мясо не готовилось. Я не ем сырое мясо, но мне невероятно интересно, и мы с шеф-поваром договорились так, что я пробую мясо, вот это, вернее, я пробую это блюдо в том виде, в котором оно должно подаваться. Я сейчас буду пробовать, а потом он мне это мясо подвергнет тепловой обработке. Слушайте, ну это вкусно. Значит так, если будете в Rixos Premium Belek, просите вот такой коктейль. И самое главное, просите, чтобы вам вот так подали, как и мне, на теннисной ракеточке. Коктейль вкусный. Когда увидит то, что я делаю ночью, я нахожусь в Турции, и мне сказали, что этот десерт стоит того, чтобы его пробовать вечером. Это турки называют это баклава. В России мы говорим об этом десерте как пахлава. Ну и почему нет, если вкусно. Это тонкое тесто с фисташковой пастой. Мне еще положили сюда слой мороженого, конечно же, ну так по блату. В Rixos Premium Belek. Все готовят сами,